В Москве побит рекорд по продолжительности штормового ветра. Стихия бушует уже четвертые сутки подряд. Таким образом, побит рекорд 86-го года. Тогда штормило 72 часа. Сильный ветер на этот раз повредил крыши почти 80 домов и повалил деревья в различных районах столицы. Пермские синоптики уверяют, в ближайшие дни циклон придет и в наш город. К 5 апреля подойдет уже передняя часть Брестской ложбины, которая вот оказывала как раз влияние на погоду Москвы в район Перми. Ожидается выпадение снега, ветер сильный, восточного направления. Ну, я думаю, до 15-17 метров в секунду под порывами. Сильный ветер может внести изменения в работу Пермского аэропорта. Из-за плохих погодных условий вылеты могут отменить. Уже сегодня вечером ветер постепенно начнет усиливаться.